Так, друзья, всем привет! Сегодня мы будем собирать приспособление для пылесоса. Называется он циклон. Циклон нужен для того, чтобы собирать крупный мусор и продуктивность пылесоса не падала. Для этого мы будем использовать ведро от Шитрока. Это вот у меня в руках крышка. Здесь мы просверлили два отверстия. Здесь диаметром под трубу 40. И здесь диаметр трубы 50. Все это у нас канализация. Вот такая вот у нас канализационная труба диаметром 50. Вот такой вот отвод 90 градусов. Далее кусок трубы канализационным диаметром 40 миллиметров. Также также отвод. И в общем отверстие мы сделали как раз под эти самые трубы. Так, с обратной стороны мы прикрутили фанеру. Вот это отверстие я сделал ошибочно по центру. Потому что мы решили сделать по центру ручку. Ручка нам нужна будет для того, чтобы можно было спокойно переносить этот циклон по объекту. И, в принципе, было, чтобы удобно. Так, ручку мы будем прикручивать с обратной стороны. Примерно где-то вот так вот по центру. Это отверстие, как я уже сказал, для 50-й трубы. Это отверстие для 40-й трубы. Так. Вот это вот то, что у нас здесь ненужное отверстие. Ну, вот туда вот вклеим. Вот так вот красивенько обратно кусочек фанеры. Кстати, да, фанера у нас 10 миллиметров. Мы его прикрутили для того, чтобы, во-первых, была жесткость, когда создается вакуум, чтобы у нас крышечка не придавливалась. И, соответственно, чтобы вот эти вот все трубки у нас спокойно держались в отверстиях, так как тонкое отверстие крышки, ну, это все будет у нас просто болтаться. Поэтому жесткость для ручки, жесткость для труб, ну, все это мы за счет вот этой фанеры и имеем. Так, ну, теперь давайте соберем все, как должно оно быть, и уже посмотрим, как это будет работать. Итак, ну вот, после сборки у нас вот так вот выглядит крышечка с двумя отверстиями. Здесь 50 и 40, здесь вот ручка. С обратной стороны вот таким вот образом мы здесь все соединили. Объясняю, что этот угол у нас 90 градусов, 40-я труба, это у нас будет подключаться к пылесосу. Здесь вот диаметром 50 будет подключаться к шлангу, который будет засасывать в циклон воздух. Обратите внимание, вот эта трубка, она ниже, чем вот эта. Ну, можно было еще чуть-чуть пониже опустить, но места для заполнения бачка останется мало. Мы ее сделали ниже, потому что крупный мусор будет падать вниз на дно ведра, а воздух вот будет засасывать именно вот через эту трубку. И именно под углом, чтобы воздух он закручивался. Таким образом у нас будет происходить эффект циклона. Ну, вот такое вот, в общем, ведро, 17 литров, прочная крышка, прочное ведро, и поэтому, я думаю, сейчас уже можно приступить к испытанию. Но здесь у нас остался момент верхних отводов. Сюда будем еще мы устанавливать два отвода, здесь отвод на 50-ю трубу, здесь отвод на 40-ую, сюда 40-ку, потому что шланг идеально подходит к этой трубе. Здесь 50-я, ну, соответственно, тоже будет сюда подключаться другой шланг. Ну что, доколхозим и испытаем. Итак, в общем, вот такой вот у нас циклончик получился. Здесь у нас все сейчас в сборе. Мы пробовали работать с ним. Поработали, мусор собрали. Так что принцип довольно-таки прост. С одной трубки задувает, с другой высасывает. И весь мусор собирается здесь. Все. Простая система, простая сборка. В принципе, нечего заморачиваться, потому что циклон нужен только в тех случаях, когда нам нужно собирать большой мусор. Сейчас я вам покажу, сколько мусора у нас тут собралось. Это вот так вот
вытянули основной шланг, ну и он там на донышке у нас валяется. Можно крышку открыть, что у нас тут есть. Он в мусор, который находится на дне, собирается он путем засасывания через эту трубку. Крупный мусор падает сразу на дно, а мелкий пыль заходит через эту трубку и уходит в пылесос. Ну вот, в принципе, все. Вот такой вот циклон. Быстро, буквально за полчаса его собрал. При необходимости это можно сделать каждому. Сложного тут ничего нет. Все довольно-таки доступно. Все материалы есть в наличии. Единственный момент, то что шланг, дополнительный шланг вам придется либо купить, либо где-то найти старый пылесос и с него снять. Шланг вот этот вот у нас с одного объекта. Заказчик приносил, тоже собирал циклон. Мы его взяли для пробы. Но если ему он не нужен, мы его оставим себе. Если будет нужен, мы ему вернем. Вот как-то так, в общем. Закончил работу. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч, до новых видео на канале Перестройки 116. С вами был, как всегда, Ленар. Лайк, подписка. Всем добра.